Женам запрещалось смотреть в открытый алтарь. Василий Великий, 1 января. Житие. Через женщину дьявол много делает зла, учит Арсений Великий. Чтобы понять прогресс целомудрия одежды, вспомним житие Якова Незибийского, 13 ноября, увидевшего девиц с голыми ногами и непокрытыми головами, которых покарал так, что они тотчас посидели. Далее, кавычки открыты. Если самый брак должен быть освящаем покровом и благоговением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия веры? Амвросий Медиоланский. Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многими благами. Иоанн Златоуст. Это и расстраивает всю вселенную, что мы не родим о собственных детях, заботимся об их имуществе, а душой их пренебрегаем, что является крайним безумием. Нам нет извинения, если дети у нас развращены. Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний. Старайся научить сына презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее. Как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей. Иоанн Златоуст. Мы в долгу у отцов, родивших нас. Но у отцов, хорошо воспитавших и наставивших нас в благочестии, мы в гораздо большем долгу. Лучше человеку не родиться, нежели родиться и быть в вечной гибели. Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их за проступки. Но после, когда эти дети вырастут и будут безнравственны, такие родители скоро сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, пока они были малы. Ненаказанные в юности, в зрелости остаются, как кони необъезженные и дикие, ни к какому делу не пригодные. Поэтому, христианин, люби детей своих по-христиански и наказывай их, чтобы стали исправными и добрыми. Тихон Задонский. Сирахов 4.4. Уважающий мать свою, как приобретающий сокровище. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих. В день молитвы будет услышан. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле. Уважающий отца будет долгоденствовать. Милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благословение твое умножится, как лед от теплоты разрешатся грехи твои. Сирахов 3.4.5. Исход 20.12. Сирахов 3.9.14. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе. Ефесянам 6.1. Если же они повелевают противное Слову Божию, родители, того ни в коем случае нельзя слушать, поскольку несравненно более должно быть почитаемо Божье повеление, чем родительское. Тихон Задонский. Кавычки. Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Разводиться – дело противное как природе, так и божественному закону. Как во время болезни мы не отсекаем члена больного, а исцеляем его, так будем поступать и с женою. Брак дан для деторождения, а еще более – для погашения естественного пламени, говорит Златоуст. Вступившим в брак настолько труднее спасаться, как бежать со связанными ногами. У меня однажды возник конфликт с одним преподавателем, который нам передает аудиторию, чтобы ключи у него взять. А потом, когда началась разборка, я просто так сказал, ничего не зная. Я говорю, знаете, первая жена от Бога, вторая от человека, а третья от дьявола. Он говорит, а откуда вы узнали, что у меня третья жена? То есть каждый думает, я разведусь, все будет по-новому, новенькая жена, все по-другому, ничего не будет. Тем более, если она уже разведенная была, у нее только отрицательный опыт, как и у тебя. Недавно мне пришлось видеть, он разведенный, и женится опять. Я христианин. Я говорю, а почему ты развелся? Характером не сошлись. Да как же ты христианин? Бог сосчитал. На развод-то никаких таинств нету. Это навсегда. Это хорошо описано у Яна Каменского, где говорит, оковы сковываются. И вот он только
А кого Господь разорвал, умер кто-то. Идет опять на базар, опять ищет себе и опять заковывает сам себя. Остался без жены, не ищи жены. Кавычки. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице. Утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серной. Груди ее да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо перед очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляет собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Притча 5:15-23. Кавычки. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его, от костей его. Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюсти свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как у язычников. Язычники, не знающие Бога. 1 Фессалоникийцам 4:3-5, Ефесянам 5:28-31. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. 1 Коринфянам 7:32. Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Многие погибли из-за женщин. Не будьте рабами скверных, ниже естественных страстей, непостыдных похотений, столь мерзких перед Богом. Антоний Великий. Блудная брань усиливается от 5 причин. От празднословия, тщеславия, многого сна, от склонности к красивой одежде, от пресыщения. Ава Исаия. Кавычки. Если тебя борет блудная страсть, удручай тело подвигами, со смирением припадая перед Богом, и обретешь покой, непрестанно удручая себя бдением, то есть не спать, голодом и жаждой, смиряясь перед всеми. Ава Исаия. Кавычки. Искушения этого греха сильны, и ничто не волнует так юношеского возраста, как эта страсть. Поэтому оградим юных отовсюду советами, увещаниями, страхом и угрозами. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. Этого не воспрещает никакой закон. Где блуд, там обитает дьявол. Блуд уготовляет для нас вечный и неугасимый огонь. Иоанн Златоуст. Может ли что быть соблазнительнее, как видеть христианских жен, которые являются публично раздетыми и разрумяненными, подобно блудницам? Тертуллиан. На брачущихся полагаются венцы на главах, в знамение победы, что они непобедимой страстью до брака таковыми приступили к брачному ложу. То есть она девушка. А если она не девушка, надо справку брать из гинекологического кабинета. Никаких венцов не возлагать на них. А если она такая, он не такой. Ну тут уж так говорят, что раз она девица, то ради нее один венец не будешь надевать, тогда и на него. А он-то думает, что удостоился. А у него, может быть, она и не первая. А если кто был уловлен страстием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на голове своей? Иоанн Златоуст. Мать составляет славу детей, а жена – славу мужа. Святой Климент. Святой Киприан говорит, что украшения женщин обезображивают их и оскорбляет Бога. Христианки не красили волос и не подкрашивали щек и бровей, не употребляли благовонных мазей. Бог смотрит на внутреннее, а не на внешнее. Кавычки. Что делать, если она будет скромна и тиха, а он дерзок и подозрителен, сердит, будет сильно надбиваться? И как вынести такое унижение и притеснение? Терпи, говорит апостол, все это рабство, ибо тогда только ты будешь свободна, когда он умрет. Против тебя, против мужа, поднимает войну жена, входящего встречает она как зверь, изощряет язык свой как меч.
Конечно, горестное обстоятельство, что помощница стала врагом. Но испытай самого себя. Не сделал ли ты сам чего-либо в молодости против женщины? И вот рана, нанесенная тобой женщине, врачуется женщиной, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. Жена злая будет дана мужу злому, грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое иссушает худые соки грешника. Иоанн Златоуст. Мужу бить жену свою – это крайне бесчестно, не только для того, кого бьют, но и для того, кто бьет. И вам, жены, и вам, мужья, говорю, сохрани вас Бог от такого греха, который бы доводил мужа до необходимости бить жену. Такого мужа, если только можно назвать его мужем, а не зверем, я ставлю наравне с отца-убийцами и матери-убийцами. Когда соседи и проходящие стекаются, как бы жилищу некого зверя, внутри логова, пожирающего свою добычу. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя не исправилась и упорно держится своих обычаев, и тогда не изгоняй ее. Искорени из ее мысли слова «моё», «твоё». Если скажет она «это моё», ты скажи ей «что такое твоё?» «Я не знаю этого, я не имею ничего собственного. Как же ты говоришь «моё», когда все твое?» В отношении ко всем женщинам муж должен вести себя так, чтобы не возбуждать ревности своей жене и избежать всякого подозрения в неверности. Эпитимья. Наказание. За блуд муж изменил. 4-7 лет. Но если был, это не женатый. А если женатый, называется прелюбодеяние. Женатому. 7-15 лет отлучен от церкви. Кавычки. Прелюбодействовавший 5-10 лет, да не приобщается святых тайн. Распределение же на сии 5-10 лет для него следующее. 4 лета, да будет он плачущим, 5 слушающим Писание, 4 припадающим, 2 да стоит с верными без приобщения. Блудник 7 лет, да не причастится святых тайн. 2 лета да плачет, 2 да слушает, 2 да припадает, и 1 лето только да стоит с верными, а 8 допущен будет до святого причастия. Василий Великий, правила 58, 59, 77. Если жена прелюбодействовала, и кто-либо прелюбодействовал, таковым надлежит в 7 лет прийти во совершенное общение по степеням к тому ведущим. Анкирский собор, 20 правило. Жена, оставившая мужа, если пойдет за иного, есть прелюбодейца по священному и божественному Василию, который весьма прилично из пророчества Иеремии привел сие. Если жена будет мужу иному, не возвратится к мужу своему, но осквернением осквернена будет, и снова – держащий прелюбодейство безумен и нечестив. Если же усмотрено будет, что оставила мужа без вины, то он достоин снисхождения, а она эпитимьи. Снисхождение да будет ему оказано в том, да будет он в общении с церковью, а не то, что он, жена его бросила, а он может теперь жениться. Но законно сопряженную себе жену оставляющий и иную берущий, по слову Господа, повинен суду прелюбодеяния. Постановлено же правилами святых отцов таковым год быть в разряде плачущим, 2 года слушающих чтение Писания, 3 года припадающих и в 7-й стоять с верными, и так осподобится причащение, если со слезами каяться будет. 6-й Вселенский собор, Василий, 87-е правило. Теперь о детях. Детей надо охранять от того, чтобы они не приобретали ложных понятий о жизни посредством чтения и сочинений, наполненных обольстительными, несбыточными вымыслами. То есть никаких сказок. И особенно компьютерные игры. Это беснование настоящее. Я как начальник детского лагеря 40 лет с нынешнего года вел правило, кто играет в компьютерные игры, в лагерь не брать. Они совершенно бесноватые, безумные. Начинается литургия, они как снопы все падают. Они ничего не понимают. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Иакова 4:4. Учите молиться Богу и водите в церковь. И больше всего учите своей жизнью и примером. Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой.
и доставит радость душе твоей. Притча 27:29-17. Человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Сирахов 25:10. Умерщвляй их порочные склонности. Это будет столько же благоприятная жертва Богу, какую принес Авраам. Блаженный Августин. Особое попечение принадлежит о стыдливости в детях. Волосы женщины даны вместо покрывала и являются ее честью, ее коса, ее краса. Это 1 Коринфян 11 глава. Василий 96 правило. И даже ради подвижничества, как было у Феодора 11 сентября, Наталья 26 августа, Архилая 6 июня, жития святых, запрещается стричь женщинам волосы. Запрещается. А мужам запрещено растить волосы длинные. Если которая жена ради мнимого подвижничества острижет волосы, которые дал ей Бог в напоминание подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Галатийский 17. Священники должны проверить, кто стрижет волосы, и немедленно их в число оглашенных перевести. Все это ведет к стиранию полов, к мужеложеству, что церковными законами карается как смертный грех. Мужеложники и скотоложники, и убийцы, и отравители, прелюбодеи, и идолопоклонники того же осуждения достойны. Посему правило, какое имеешь о прочих, соблюдая сих. И о принятии каявшихся 30 лет в нечистоте, которые соделали в неведении, и сомневаться нам не надлежало. То есть мужеложники, содомиты, на 30 лет отлучаются от церкви. Даже такое правило есть. Ибо в неведении говорит их достойными снисхождения. Неведение творит их достойными наслаждения. И довольное исповедание, и протечение столь долгого времени. Ибо они едва не весь век человечески преданы были сатане, да научатся не бесчинствовать. Посему повели уже неотложно принять их, явившему неистовство на мужеском поле, мужчина на мужчине. Время для покаяния, да расположится сообразно времени, беззаконовавшего прелюбодеянием. Василий Великий, 7-62 правило. Грехи, бывающие от вожделения и сладострастия, разделяются следующим образом. Иное называется прелюбодеянием, а иное блудом. Некоторыми же тончайшим исследованием заблагорассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием, поскольку один есть законный союз жены с мужем и мужа с женою. Для чего тебе увлекаться постороннею? Притча 5.20. При всем также да будет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее, или позднее подавалось им причастие блага. Григорий Никосарийский, 4 правило. То есть смотреть еще, как человек раскаивается и не раскаивается. Как признак последнего времени есть особо злостное непослушание детей своим родителям. Римлян 1.30. Обуянное духом вседозволенности и разрушения безмотивными преступлениями. Нечистые женщины будут рождать чудовища. 3 Ездры 5.8. Убивающих мать, отца, предающих родину. Все это за грехи родителей. Что им при зачатии, ни при зачатии, ни при рождении, ни при воспитании они не просили Божьей милости и благословения. Дети обязаны не просто уважать, любить, но благоговейно чтить своих родителей. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Исход 20 глава 12 стих. И даже под предлогом благочестия не покидай своих родителей. Исключение делается только для тех, чьи родители ставят выбор. Или мы, или Бог. Если некоторые дети под предлогом благочестия оставят своих родителей, наипаче верных, и не воздают подобающей чести родителям, да будут под клятвою. Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно. Галатийский собор, 16 правило. Вот под это, житие святого Алексея, Божий человек, это близко не подходит. Его надо было отлучать за это. Глубоко верующих родителей оставил и ушел. Но это не я придумываю, это каноны. Жена убийцы, совершающий аборт, отлученные от церкви на 10 лет. Должны знать, что по церковным правилам они отлучены на 10 лет.
которая распределяется так, что при словах оглашенные «изойдите», они, как и все, готовящиеся к крещению, должны выходить. 3-4 срока сего и стоять вне церкви и молиться. И только последнее, 1/4 срока находиться при богослужении на литургии до конца, но не причащаться. Кавычки открыты. Умышленно погубившая защитой его утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Точного различия плода образовавшегося или еще не образованного у нас нет. Ибо здесь полагается взыскание не только на имеющего родиться, но и за то, что наветовало самой себе. По елику жена таковых покушений весьма часто умирают. С этим соединяется погубление плода, как другое убийство от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает не до кончины продолжать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении 10 лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния. Василий Великий, правило второе. За 1 аборт женщина отлучается на 10 лет. А если несколько абортов? Вот в Америке все сроки накладываются. Недавно я узнал такую статистику, потрясающую. 18 тысяч абортов каждый день. За время перестройки за 20 лет было убито в России 80 миллионов. А когда разобрались, говорят, да не 80, 120. Так это же страна огромная. Так это еще не все, еще сколько незафиксированные, которые сами сделают аборт и выбрасывают детей. Лучше бездетность добродетелю, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. И прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. И хотя на время позеленеют в ветвях, но не имея твердости, колеблются от ветра, и порывом ветров искореняются. Ибо дети, рожденные от беззаконных сожитий, суть – свидетели разврата против родителей при допросе их. Дети прелюбодеев будут несовершенны, и семя беззаконного ложа исчезнет. Если будут они долгожизненны, но будут посчитаться за ничто, и поздняя старость их будет без почета. А если скоро умрут, не будут иметь надежды и утешения в день суда, ибо ужасен конец неправедного рода. Премудрость Соломона 4.1.6 и 3 глава 16-19 стихи. Так и жена, оставившего мужа и произведшая наследника от чужого, она будет выведена перед собранием, о детях ее будет исследование. Дети ее не укрепятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Сирахов 23:31-35. Дети грешника бывают дети отвратительные и обращаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будут распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Сирахов 41:8-10. Не желаю множества негодных детей, и не радуйся о сыновьях нечестивых. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня. Не надейся на их жизнь и не опирайся на их множество. Лучше 1 праведник, нежели 1000 грешников, и лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых, ибо от 1 разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. Сирахов 16:1-5. Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем. Во всяких нуждах им помогать, когда они имеют средств, кормить и одевать их, в старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Афет, сыновья Ноя, Бытие 9:23, которые прикрыли наготу отца своего. Так говорится в притчах: «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Притча 23:22. Хам, сын того же Ноя, показавший наготу отца своего, был наказан. За непочитание родителей Бог великое наказание определил детям. Первое – проклятие.
Проклят злословящий отца своего и мать свою. Второзаконие 27:19. Второе. Смерть. Кто будет злословить отца своего и мать свою, тот да будет предан смерти. Левитам 29. Тихон Задонский. Согласно Слову Божию, прокляты все матерщинники, злословящие святое имя матери, перед которой мы в таком долгу, что если бы, как говорит мудрец, и в пригоршне на огне приготовили для матери еду, и тогда еще ты ничего великого не сделал бы для нее, за ее родильные муки. Сирахов 7:29. Не потому ли такие злые нынче дети, что они во сне и наяву поют? У меня братишки нет, у меня сестренки нет, и сам он того не зная, он воспитывается эгоистом и мстит за своих братишек и сестренок, которые были убиты его матерью в ее чреве, сделавшейся для них гробом. Закон Божий, заложенный в совести, влечет к воспоминанию имени матери в беде в смертный час. И преступник в нарушение заповеди не делать на себе наколки, татуировки. Левит 19:28 пишет: «Не забуду мать родную». В действительности же следовало бы в душе написать: «Я забыл наказ матери церкви и матери, родившей меня, быть добрым, честным, и вот я оказался вдали от добра». Кавычки. Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков. Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он своего, а тот своего. И как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало и корень от тебя, и принося тебе плоды попечения потомках. Если рождаемые тобой дети получают надлежащее воспитание, и такими заботами наставлены будут в добродетели, то будет началом и основанием твоему спасению. И кроме награды за собственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание. Детский возраст нежный. Ребенок быстро усваивает то, что ему говорят. И как печать на воске запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому если в самом начале, так сказать, в преддверии отклонять их от порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу, и они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам. Те отцы, которые не заботятся о достоинстве и скромности детей, хуже убийц, поскольку губят их души. Сорную траву легче вырвать, когда возраст нежный. Тогда ей надо сделать, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимыми. Святой Иоанн Златоуст. Кавычки. Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, то душа детей будет, души взысканы от рук их. Симеон Новый Богослов. Кавычки. Садовник привязывает саженцы к колу, укрепленному в земле, чтобы ветер и буря не повалили их. И сучки или негодные побеги отсекает, чтобы они не повредили дерево и не сушили его. Поступайте так и вы с малыми и молодыми вашими детьми. Привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. Отсекайте растущие в них страсти, чтобы не выросли и не владели ими, и не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в святом крещении. Ибо видим, что когда дети растут, то являются и растут вместе с ними и греховные страсти, как дикие побеги на дереве. Поэтому, чтобы эти дикие побеги не выросли и не повредили человеку, не погубили его омытого, освященного и оправданного святым крещением, необходимо наказанием и учением Господним их отсекать. Отсекайте, возлюбленные, такие побеги в душах детей ваших. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Родителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы сам он научил страху своему и умудрил во спасение. Примеры добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста,
Лучше наставляется доброй жизнью, чем словом. Ибо дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и сами делают. Доброе будет или дурное, а что видят? Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов и пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят их наставить в добродетели, иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова. Юность сама по себе склонна ко всякому злу, требует прилежного наблюдения, доброго воспитания и наставления. Но вместо этого встречает ее великое зло, ядовитый соблазн родительских нравов. Соблазн же, как пожар усиливающийся, далее и далее распространяется и поедает одушевленные храмы. Горе детям от такого соблазна, и сугубое горе родителям, которые вместо полезного учения злым примером, как ядом, заражают юные сердца. Тихон Задонский. Гордые своевольные жены, безвольно слабохарактерные отцы, и обе стороны, погрязшие в похоти и безбожии, осиротили столько детей, как ни одна война. Количество разводов перевалило давно за 53%, тогда как жена главного идола Вилла Ленина предсказывала, что уже при 17% разводов нас накроет национальная катастрофа. Дети сироты и страна сирот, потерявшая до 100 миллионов насильственно оборванных жизней только с 17 года. Страна, народ, над которым произведен чудовищный эксперимент по скотиниванию, биологическому уничтожению, стоит на грани духовного и физического вымирания. Ежегодно миллионы абортов, нерожденных гениев, подвижников, нарушен генофонд русского народа. Кто может помочь этому? Только Бог и мы сами. Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, восклицал великий Златоуст. Что интересно, вот Менделеев подсчитывал, и недавно в «Комсомольской правде» опубликовали материал такой, заголовок крупный, что если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы, русских, сегодня было 650 миллионов. Спрашивается, вот эти 450 миллионов, которых недостает, какой змей Горыныч поглотил? Доигрались в эксперименты. Царь был плохой, но каждый год, естественно, прибыль, за вычетом даже убыли, чистой прибыли, от 3 до 5 миллионов было. Как это? 10 лет проходит, на 30 миллионов население повысилось. Ты видишь? Ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Псалом 9:35. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Исход 22:22. Сиротам будь как отец. Сирахам 4:10. Отец сироты, судья вдов, Бог. Псалом 67:6. Он не презрит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое, не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их. Сирахов 35:14-15. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивает пришельца. А меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Малахия 3:5. Русский человек имел неписанное правило, по которому дети погибших родителей часто переходили к крестному отцу, восприемнику их от святой, и купили крещение. В языческом римском царстве, тут небольшая история, в стране Галатии, в городе Анкире, жила бедная вдова-христианка Ефросинья с малолетним сыном Климентом. Воспитывала его в учении Господнем. Страшно тогда было гонение на христиан. Когда Клименту было 12 лет, мать его тяжело заболела и почувствовала приближение кончины. Не страшилась она смерти,
ибо крепко верила в жизнь бессмертную за гробом и питала светлую надежду на блаженное вечное уготованное блаженство, уготованное любящим Бога. Накануне своей кончины мать ведет тихую прощальную беседу с сыном. Прямая речь. «Милое дитя мое, осиротел ты еще в пеленках, узнал о своем сиротстве прежде, чем об отце. Но ты не был сиротой, не будешь и после меня. Отец тебе Христос Бог. Я родила тебя по плоти, Он возродил тебя духовно. Его исповедуй своим отцом, Его сыном называй себя, но старайся быть достойным усыновления Ему». Служи единому Христу Господу, в нем полагай свою надежду и свое спасение. Он сошел с неба, чтобы нас возвести на небо, чтобы даровать нам жизнь и спасение, и сделать сынами Божьими. Лютое время настоит нам, христианам. Могут и тебя постигнуть соблазны, угрозы и муки от нечестивых. Будь же мужествен, сын мой. Крепко и непоколебимо сохрани свою веру. Будь готов пострадать за Христа до смерти. Завтра я уже не увижу дневного света, но я буду с тобой духом. Буду хвалиться о тебе перед престолом Христовым, в надежде и тебя видеть перед его престолом. Богатая христианка София, вдова, узнала о сироте и взяла к себе Климента. Видя богатство приемной своей матери, зная ее доброе сердце, он понял, что достиг доставить ей радость, если поможет ей распространять свою материнскую любовь и христианскую сострадательность на других таких же или еще более несчастных бесприютных детей. В Галатии тогда настал голод. Чуждое сострадание язычники выносили или выпроваживали своих детей на дороге и перекрестки, и там бросали. И вот Климент стал подбирать таких детей и приносить в дом Софии. Спасая им временную жизнь, заботился о душе сирот, спасая множество голодных сирот. Позже, будучи избран епископом, он претерпел невиданные мучения от жестоких гонителей. И такие муки в течение 29 лет и 11 месяцев. Каких никогда и никто не выносил ни до него, ни после него за всю мировую историю. И полностью исполнил он наказ умирающей матери своей, которая говорила ему, кавычки, «Дитя мое, дитя возлюбленное, умоляю тебя, умоляю, что ты бы ты воздал мне единственный дар за все мои болезни и заботы о тебе, ибо наступает время тяжелое». «Сын, окажи мне эту честь, стань за Христа дерзновенно и мужественно и сохрани крепкое и непоколебимое исповедание Его имени. Я же уповаю на Христа моего, о, дитя мое! Вскоре процветет на тебе венец мученичества в честь меня и до спасения многих душ. Приготовь же сердце свое к подвигу страдания, чтобы не застигло тебя неприготовленным время подвигов. Знай, что полезно быть искушаемым бедствиями, подобно золоту в горниле. Но ты не бойся, страдание будет временным, а воздаяние за него вечным. Скоро пройдет скорбь, и вечно продлится радость. Кратковременно будет бесчестье здесь, но вечная слава ждет тебя у Бога. Козни мучителей и язвы продолжается один какой-либо день. Причем ярость царей земных бывает осмеиваема мучениками. Слава их увядает. Огонь, уготованный ими на христовых мучеников, угашается. Меч их поедает ржавчина. Сила их погибает. Поэтому нет ничего такого, что могло бы отлучить тебя от Христа Господа. Ты станешь исповедником Господним, а я буду мать мученика. Память 23 января, страница 767. Повторяю, это Климент Анкирский. Он пошел за Христом, вот этим великим страдальцем, умершим на горе Голгофа.
Наш детский лагерь в Потеряевке так и называется. Детский, православный, трудовой лагерь «Стан» в честь священномученика Климента Анкирского, который был казнен в 312 году. Когда считаешь его мучения, было это невероятно, только Бог может это сделать. Он не просто сидел здесь 29 лет 11 месяцев, но его непрестанно мучили. Цари за царями, правитель за правителем умирает, он живой. И на него приезжали посмотреть, как на чудо. И у него не было ни одной части тела, которая принадлежала ему, это заново уже выросшее. Его соскабливали до костей. Его мучили, насаживали, тело поднимали и на копья. Так что копья выходили снаружи. Это невероятно. Но житие говорит об этом. И вот, когда спрашивают, а почему вы назвали свой лагерь вот в честь священномученика? Ну, потому что он подбирал детей, и мы их подбираем. Мы православно верим, что Климент Анкирский живой. Мы ему молимся. Климент Анкирский, моли Бога о нас. Наша связь с церковью торжествующей не прерывается. Это не то, что с духами умерших, как сектанты, по скудоумию своему пытаются издеваться. Они не верят вообще, что у человека есть душа, что она может знать, что души, находящиеся на небе, 5 глава Откровения, под написано жертвенником, вопиют, и они знают, что они не отомщены, доколе владыка не мстишь за кровь нашу, и с ними разговаривают, и даны им белые одежды. Но мы-то верим. 12.28 к евреям написано, мы приступили к духам праведников. Вот как нужно воспитывать детей, как вот эта мать Ефросина. Так она воспитала сына, как мать Маковейская, 2 Маковейская, 7 глава, очень желательно прочитать. Она каждого сына сопровождала словами, только будь верен. Ну что, что пальцы отрубили, ноги отрубили, ты получишь заново, новое все, не бойся, сын мой. Главное, выдержи все это. Грядут великие испытания для христиан. Правильно составить семью. Ну а что лучше-то? Ну лучше остаться одному. Апостол Павел говорит, хорошо, кто выдает девицу замуж, но лучше поступает тот, кто не выдает. И говорит, я говорит, думаю, имею Духа Святого, подражайте мне, как я Христу. А Павел был не женат. Он говорит, разве мы не имеем власти иметь жену, сестру, то есть имеем власть, но добровольно от всего этого отказались для Господа. Семью составить очень непросто. Раньше были специальные, такой назовем институт, свахи. Они знали всех наперечет за несколько деревень вдали, равного возраста, равного состояния, кого за кого сосватать. А сегодня она сама ходит, отирается где-то на танцплощадках и там погибает. Ее обольстить ничего не стоит. Ну нет замужем, никто не берет. Вот возьмите в интернете. Ну, прямо брошенная, и на пляже, и раздета, и она ногу отставит, чтобы у нее зад выставился, и груди-то свои откроет, ну, товар на лицо, ну, хорошее, ну, молодец, ну, не твое, это Бог дал. Но твое то, что ты бесстыдная, вот это уже видать. Что ты не имеешь страха Божия, это видать. Ну, мусульманские женщины так себя не выставляют, и они выходят замуж. У них-то, незамужних-то намного меньше, чем здесь. Этому надо было учить. А что, христианских жен там нет, никогда не было, и они не могут там быть. У них особое одеяние, с чужими никогда не играть, никуда не заходить, сохранить свою девственность, девственность юноши и девушки. Мы сегодня разговариваем по теме о семье. Это чрезвычайно сложный вопрос. Мне один священник говорит, пришел к архиерею и говорит, ну, я недавно венчал только, и спрашиваю, полюби, сошлись по любви. Проходит 3 месяца, приходят разведенные, опять надо венчаться. А архиерей говорит, ну вот смотри, показывает, там, вот такая стопа, говорит, разведенных дел. Ну надо писать заявление, вот они просят развести. Но там нельзя разводить священнику, не разводить, а утверждать. Только через архиерея. Ну он приходит жениться, архиерей дальше живет. Они едут туда, они любят друг друга. Священник говорит, ну привезете справку, разрешение от архиерея. А архиерей-то он добрый, он любвист. Он подписывает, это все беззаконие. Он сам блудник выходит и блудникам дает напутствие. И этот брак недействительный. Если при живом муже выйдет замуж, называется прелюбодейство. Что такое прелюбодейство-то? Ну, немного шире распространи. Прелюбодей или прелюбодейство. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Это Бог, это духовная проституция. Своими именами нужно все это называть.
И когда они венчаются, мы спрашиваем, а зачем венчаешься? Ну а как, у нас он баба Алена с дедом-то жили 60 лет. Это только сказать. У меня он подружка Настя, ты женилась, говорю, замуж вышла-то. Полгода не прошло, развелись. Вот мы пришли повенчаться, чтобы, ну, Валера меня не бросил. Ну, а он свою Наташеньку не бросил. И когда я встречаю таких людей, я говорю, ну и помогло вам это? Нет, не помогло. Да оно не может помочь. Церковь утверждает уже свершившееся. Браки совершаются на небесах. Есть такая поговорка. Как думаете воспитывать детей? А что воспитывать? Мы в детсадик будем водить их? Значит, никак. А зачем тогда женитесь? Для удовлетворения похоти. А вы ее не удовлетворите никогда. Изнеможенное тело, изможденное будет. И тут, ну не может все время жить. Ну на войну брали-то. Ведь вся страна была там. Ну и жили же как-то. Правда, дорвались до немецких жен насиловать там. Ну и раньше-то было не так. Суворовские солдаты же шли в Альпах. Они же там захватывали жен-то, не насиловали. Даже показывает он у Ермака. Узнали, что он сделал. В мешок его и на дно Иртыша. Ну такого же не было. Сейчас выступают там немецкие женщины, все рассказывают. Это все не о грехе воспитания, а мертвечина. И поэтому, если в церкви, я говорю о православных, если действуют наши правила, церковные соборы, их надо очень крепко держаться. Созидать семью надо начинать, когда еще сама она, будущая жена, в пеленках. Учить ее подчиненной быть. Вот у нас в детском лагере за стол ни одна девочка без платка не сядет. Все до одного должны надеть платье или что. Ну, днем они бегают, там могут в майке быть, чтобы до кистей руки были закрыты. Мальчики, если много детей, в первую очередь, почему? Вот и главенство, и они это понимают. Но мальчик не имеет права к девочке до время игры даже пальцем прикоснуться. Так же и она. Но бывает нарушение, бывает наказание. У меня есть наказание. Меня сколько гоняли за это дело, еще только не делали. Но наказание условное в абсолютном большинстве. Я его отдельно завожу, никто не видит. Беседую с ним, по голенищу хлопну там крапивой. Но если он матерится, крапиву положил, проведи сам. Сам проведи. Я уже рассказывал как. Но он боится, стоит, плачет, что с ним делать? Он все равно должен это сделать. Я вывожу перестроем. Вот он, Костя, боится это делать. Хорошо это или нет? Но уже все знают, мать, нехорошо. Теперь эту, о, особенно жгучая крапива. Я ее беру и жую, у меня такие волдыри на губах. Вот смотрите, рву ее зубами и бросаю. Все хохочут дети. Ну, ты боишься или нет? У японцев культ кодзё. Его надо воспитывать. И ребенок уже не боится. Но он уже не будет делать то, что вчера делал, боясь наказания. Эта тема о семье все равно как бы она начальная. Потому что, когда архиерей показал столько священнику дел разводных, священник прямо сказал, больше венчать разведенных не буду, пусть идут к архиерею. Что хотите, то и делайте. Это грех. Поэтому наши беседы, вот эти материалы о браке со священниками, тоже не бесполезны. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь.